А ну вот, пожалуйста, как типа обломалась птичка Киа. Предыдущее поколение не пошло в Штатах. Решили типа Европу подломать под себя. И мотанули на базы Kia Magentis Minivan. Но для полноценных американцев-то нет, а вот для Европы давай затыркаемся и будем полноценную евроверсию вену выпускать. И естественно для Европы дизель, хотя он достаточно могуч. И меньше салона внутри. Ну и в общем-то машина не для Европы, а для мира. Продолжает выпускаться в версии Kia Sedona для Штатов, Kia Grand Carnival для Австралии. При этом завоевав и там почетное место минивэна года. Естественно, продается в Китае как Kia VQ и Carnival R для Кореи. То есть отпрыск-то нормальненько так пошел по всему миру.